Все нормально. Держитесь, держитесь. Мы все делаем, чтобы вас спасти. Все делаем. Спасатели в субботу достают жительницу Днепра из-под завалов разрушенного обстрелом жилого дома. В следующую ночь, на 27 октября, российская армия выпустила по Украине 80 беспилотников. Украинское ПВО сбить удалось лишь половину. В Киеве воздушная тревога продолжалась почти всю ночь, но обошлось без жертв. Российская сторона, в свою очередь, отчиталась об уничтожении за ночь 51 украинского дрона. Непростой для ВСУ остается и ситуация на фронте. Близкий к украинским военным проект Deep State сообщил в воскресенье, что российские силы захватили село Левадное Запорожской области. Кроме того, россияне продвинулись на других участках фронта в Луганской, Запорожской и Донецкой областях. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении накануне связал военные неудачи ВСУ, а также и прибытие в Россию военных из КНДР с нерешительностью западных союзников. Это условия, когда отсутствие более сильных решений партнеров в поддержку Украины только побуждает Путина вкладываться дальше в террор. Мир может остановить развертывание войны. Абстракции и слов для этого мало, конкретные шаги нужны. Мы дали все эти шаги в плане победы. Минобороны России пока официально не сообщала о захвате очередных украинских городов, но провоенные телеграм-каналы в субботу пишут о значительном прорыве украинского фронта, в том числе о возможном захвате города Селидово. Британская разведка называет его ключевым. Селидово – последний значительный городской район, прикрывающий южный фланг Покровска, а также шоссе, которое соединяет Селидово с Покровском. Россия, вероятно, намерена использовать шоссе Е-50 в качестве второстепенного маршрута продвижения к Покровску, если Селидово будет взято. О важности города Покровск говорят и сами украинские военные. Покровск не возьмут. Если возьмут Покровск, то труба. Дорога открыта и прямая дорога на Днепропетровск. Гармата!